Привет! В эфире программа «Точка.ру», программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами вот уже целый год! Сегодня в программе. Вот и стали мы на год взрослее. Что же интересного, полезного и важного мы узнали за это время? Самые популярные хэштеги и обсуждаемые городские интернет-новости. Увидеть и пересмотреть. Самарские видеоблогеры удивляют и радуют. Все это и многое другое прямо сейчас. Знаете ли вы, что в нашем городе есть свои любимые хэштеги, и тысячи людей пользуются ими каждый день? В течение года мы рассказывали о десятках интересных и необычных метках, которые вы используете в сетях. Безусловно, на первом месте у нас стоит простой, но очень популярный хэштег «Самара». Социальные сети выдают около 10 миллионов записей с ним. В топе также оказались такие метки, как «Самара-городок», «Самара-город-курорт», «Красивая Самара», «Самара-котическая» и «Селфи-Самара». Главные и популярные геотеги своего положения не меняют уже который год. Гости города и сами самарцы любят фотографироваться на площади Куйбышева, на Ленинградке и набережной. С недавних пор Комсомольская площадь у железнодорожного вокзала также в топе любимых мест. Приятно осознавать, что с хэштегом «Самара-ГИС» в сети несколько тысяч ваших и наших фотографий. Не стесняйтесь подходить к нашим корреспондентам на съемках и делать фото на память. А также не стесняйтесь находить интересные новости и публиковать их у себя на страничках, также с этим самым хэштегом. Самый-самый мы обещаем размещать на своих официальных страничках в интернете. Ну а сейчас, так сказать, для настроения предлагаю посмотреть последнюю подборку из ваших фотографий с хэштегом «Весна в Самаре». Приходит время, сюрпризы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. В этой рубрике у нас сегодня будет целая череда благодарностей и приятных слов в адрес знаменитых самарских блогеров. Это те самые люди, которые неустанно куда-то едут, идут, снимают, монтируют, публикуют посты, лишь для того, чтобы нам было интересно и с пользой проводить время в интернете. Итак, начинаем. В первую очередь мои аплодисменты и лайки летят в адрес самарского видеоблогера Александра Корягина. Человек, благодаря которому мы вот уже какой год видим Самару с высоты. Здесь и салют в честь 9 мая, и строительство ключевых объектов города, таких как Фрунзенский и Кировский мосты, стадион «Самара-Арена», реконструкция Московского шоссе, полеты над Волгой и заповедными местами Самарского края, а также десятки других невероятных видео. Обо всем интересном в Самаре и Самарской области любит писать и потрясающе снимать Алексей Авдеичев. Самарец регулярно радует читателей своего блога прогулками и подробными фотоотчетами. Алексей одинаково интересно пишет и снимает и Волгу весной, и снежную Самару, и музейные экспозиции, и московские усадьбы. За такие неподражаемые фото, экскурсии наши аплодисменты и лайки летят вам, Алексей.
Неутомимая путешественница, активистка и спортсменка, велофея и просто очаровательный блогер Наташа Козловская. Читаешь ее посты, и сразу хочется одеться и куда-то доехать, дойти, добежать. Велосипед и прочие радости жизни. Именно так заявлено в блоге Наташи. И поверьте, что таких подробнейших эмоциональных фотоотчетов вы не найдете ни у кого в Самаре. А вам слабо пройти 25 километров за один день по Самаре или оказаться 8 марта в Сокских штольнях? Наташа, спасибо вам за такие яркие фотографии и подробные фотоотчеты. Наши аплодисменты и лайки вам! За минувший год в нашем городе чего только не было. Самарские ученые-разработчики радовали нас своими изобретениями. Хочется напомнить вам о самых ярких и, пожалуй, перспективных. Год назад весь ученый мир региона радовался за студентов медицинского университета, ведь специально для них была создана новая техника, а именно анатомические столы, 3D-очки для хирургов, а также программное обеспечение для виртуальной операционной. Это настоящий прорыв. Как и было обещано, уже заканчиваются работы по созданию виртуальной хирургической клиники. В августе прошлого года самарец Денис Будаев заинтересовал Министерство обороны России своим изобретением. И это интеллектуальная система управления группами беспилотных летательных аппаратов. Полезное изобретение, которое может стать гарантом нашей с вами безопасности, к примеру, на массовых мероприятиях. Самарский спутник «Аист-2D», запущенный с космодрома «Восточный», передал первые снимки из космоса. Ученые Самарского университета заявили о создании уникальной руки-манипулятора для космических роботов. И еще одна инновация ученых Самары – это впервые напечатанная на 3D-принтере полностью работоспособная камера сгорания газотурбинного двигателя. Нам есть чем гордиться. В этой рубрике хотелось бы показать вам подборку не только самых смешных видео, но и видео, которые так или иначе связаны с Самарой. Вернемся в сентябрь 2016-го. Премьера клипа на песню «Бурановских бабушек», посвященная чемпионату мира, состоялась в Самаре. А все действие разворачивается на нашем стадионе «Металлург». Радуйте голова! Еще одно популярное видео, снятое самарцем Александром Шадриным. Предлагаю вспомнить метеорный поток Персеиды, третий затон реки Самара. Завораживает. Еще немного красоты вам от самарских видеоблогеров. Дмитрий Моторин выложил в сеть видео, снятое в Сергиевском районе. Всю красоту Голубого озера можно будет увидеть, погрузившись под воду вместе с товарищем Дмитрия Юрием Кокориным. Парни проделали колоссальную работу. Ролик получился масштабным и захватывающим. На
сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Twitter, Instagram, группа ВКонтакте, Facebook и канал на YouTube. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока.